Ми починаємо прес-конференцію. Участь у ній приймає громада ДПК Одеса Нікіта Воєвода. Нікіта, ваш коментар з проведення. Провалили першу половину, пропустили 54 очка. Это слишком много. Пропустили, если мы хотим побеждать. Вторую половину, по-моему, пропустили 30 очков, сыграли агрессивнее в защите, и получается, мы пытались вернуться в игру, немножко нам не хватило. Была провальная первая половина для нас. Главный тренер ПК Одеса Олег Олександрович Юшкін. Две разные половины. Первая вообще не поддается никакой критике, в которой мы проиграли вообще абсолютно все. 10 подборов соперники сняли на нашем щите, мы проиграли защиту один в один, мы проиграли все единоборства, и даже нечего комментировать, просто ужас и, соответственно, 20 очков разницы. Во второй половине что-то поменяли, в первую очередь отношения. Приятный единственный момент, что могут ребята поменять отношения и выглядеть немного лучше. Опять же, появились новые люди. То, что было старое, где-то работало, уже с появлением новых людей поломалось, а новое еще не успели построить. Где-то ожидал, что будут в командном нападении в первую очередь вот такие огрехи. Но, к сожалению, могу констатировать, что с новыми людьми быстро все адаптировать и построить не получилось. Сейчас возвращаемся, будет небольшой перерыв, связанный с играми сборной. И очень надеюсь, что вот это вот отношение к работе, к самим себе, которое было во второй половине, оно будет передано на тренировочный процесс, и тогда команда сможет показывать другие результаты. Нескольких игр перед этим партом Юрий Кондраков набирал 20 и больше очков, а сегодня он сыграл даже меньше 20 минут. С чем это связано? Связано с перебором фолов, если вы смотрели. То есть он очень быстро получил третий, потом четвертый фол. Ну и связано это с тем, что ему уделяется защитой больше внимания.